Приветствую вас, дамы и господа, в эфире экстренный выпуск новостей. Дело в том, что прямо сейчас из одного из мегаполисов в Майнкрафте мы получаем экстренные сообщения о том, что там наблюдаются невообразимые подземные толчки. Поначалу ученые думали, что это просто-напросто небольшое землетрясение. Однако потом, как выяснилось, что в центре города появилась, откуда ни возьмись, гигантская огненная Годзилла. И вся проблема заключается в том, что уничтожить ее практически невозможно. А оружие, с помощью которого все-таки можно это сделать, сейчас находится прямо недалеко от той самой пропасти, и никто из военных больше туда добраться не может. Если у нас не получится добраться до этой железной коробки со всем содержимым, то, скорее всего, от этого города ничего не останется. Оставайтесь вместе с нами, мы продолжаем следить за событиями. Вы видели, что происходит? А я еще ночью, главное, проснулся, я думал, что это за землетрясения такие непонятные. А это гигантская Годзилла прямо неподалеку от пляжа сейчас находится. Возможно? Слушайте, а как так возможно? Прямо в нашем городе, близко с нами, я не знаю, меня единственное, что очень сильно пугает. Помните, мы с вами совсем недавно на самолете, получается, мимо острова прилетали, и там тоже была Годзилла, только она была обычная, не огненная. Что если вот эта огненная вернулась сюда из-за того, что мы победили ту, и она хочет там... Да, она хочет отомстить, короче, из-за этого. Слушай, так она вообще бешеная будет сейчас. А как она нас узнает? Я не знаю, Нубик, она же как-то сюда попала в конечном итоге. Капец, получается... Получается то, что из-за нас действительно могут весь город разнести. Слушайте, а вы видели то, что там какой-то железный ящик как будто находился возле этой? Там якобы в этом железном ящике находится оружие, которое, возможно, победит эту Годзиллу, вернее, 100% победит. Слушайте, а получается, его везли специально для этого, что ли? Да, там сказали то, что ее везли, но из-за того, что военные всех перемочили, короче, оружие даже никто взять не успел. А вдруг кто-то третий придет вместо огненной Годзиллы? Не знаю, Нубик, возможно, но... Короче, нам нужно как-то с вами добраться до туда, успеть ухватить это оружие, надеть на себя все эти костюмы, сделать так, чтобы эта Годзилла полгорода тут не разнесла, потому что из-за нас реально пострадают просто все. Конечно, сотни людей, пойдемте. Так, согласна, так, давайте действовать. Быстрее, пойдемте возьмем перекусить немного, короче, давайте, берите, короче, сколько там можно, потом если что, поделимся. Так, все это есть? Я пойду пока что машину заводить. Давайте, выходите на улицу. Йо, как так только можно? Если бы эта Годзилла прям возле нашего дома появилась, вы видали там котлован, да, какой? Видела, мы бы не выжили вообще. Вот именно. Все, поехали. Так, главное только сейчас слишком сильно не ехать, потому что если мы с вами сейчас передавим педальку газа, то мы можем просто влететь в эту, не знаю... Котлован? Так, никого нет? Люди уже давным-давно все убежали, всех эвакуировали нафиг уже из этого города, на самом деле. Мы последние, по-моему. Не погиб, и все нормально, и люди вернутся потом. Ну, если бы никто не погиб, военные бы, наверное, надели костюмы. Так что, скорее всего, от военных уже ничего не осталось давным-давно. Капец, это же так ужасно что, просто. Я не знаю, посмотрим. Слушайте, а если мы не сможем ее победить в этот раз? Смотрите, БТР стоит целый, да, прикиньте. Вижу. Смотрите, давайте... Офигеть! Они эту установку против этой Годзиллы. Тихо. Смотрите, военные лежат. Да ладно! Эй, военные, вы чего? Ёперный театр. Нет, уже безнадежно все. У них даже пулеметы с собой были. Вы понимаете, что даже пулеметы бесполезны против этой Годзиллы? Слушайте, а что же тогда в том ящике? Офигеть, ну и тачка, конечно. Вернее, слушайте, БТР. Это просто так ладно. Странно смотрится в городе, эта техника вообще. Слушайте, а давайте дальше пешком, наверное, пойдем. Давайте не поедем. Да, давайте поедем. Можно. Так, осматривайте военных. Может быть, у них получится найти, не знаю, рацию какую-нибудь. Может, с кем-то связаться получится. Я влево посмотрю, так, здесь нет пока что. Слушайте, у них просто пулеметы понавешены с патриками и все. Пулемет только. Так. О! Ничего нет. Вон там! Что? Я вижу здание сломанное. Смотрите, вон там слева эта Годзилла, по сути, находится. А, вижу. Мы прям близко уже. Часть стены снесена. А видите, там. Пошлите посмотрим. А вот же ящик, что погодите, вот же этот тут ящик. Смотрите. Вон там. Слушайте, нам реально пароль нужно какой-то найти. Мы так не откроем. Так, я смотрю первый, второй. Пойдемте посмотрим сначала Годзиллу. Погодите. Пошлите туда. А может ее там нет, представьте, тихо. Нет, смысла нет, я слышу, как она там кричит. Так, тихо. Вон она! Я голову вижу ее гигантскую, смотрите. Вон она, прям там посередине. Слушай, обалдеть можно. Смотрите. Она реально огненная, у нее прям какие-то... У нее какие-то языки пламени прям повсюду просто нарисованы. Слушай, у нее прям как будто бы угли, да, какие-то горящие? Да. Ой, тихо, она сюда смотрит, она сюда головой повернулась. Слушайте, уже. Она же нас может почувствовать. А представляете, какая у нее температура? Нет, не представляю. Подождите, наверное... а это что такое зеленое? Что? Я не знаю, это как будто бы, знаешь, какие-то ядовитые... Леска, не наступай на это.
это. Слушайте, погодите, а вы слышите, как будто бы там какие-то... Она что-то говорит, что ли, либо что? Погоди. Так, погоди, погоди. Вы слышали, нет, что-нибудь? Я не знаю, что-то лепит, непонятно, не членораздельно, естественно. Это вы, Шеди, Леска и Нуби. За то, что вы прилетали над тем островом и победили ту самую Годзиллу. Я пришла, чтобы сюда, чтобы отомстить за нее. Я разнесу весь этот город, как только выберусь из этого котлована. Так, все, это не шутки уже, давайте выходить отсюда. Подожди, она что умеет? Она умеет я еле-еле-еле как-то понял, что она говорит, она прям как-то очень голос у нее такой. Слушай. В смысле чего? Говорит то, что крышка нам за то, что мы, короче, она тогда... Разнесет, а как она говорит-то? Я не знаю. Слушайте, она еще ладно, умнее... побежали, короче, листочки Слушай, искать, я не знаю. Она умнее той, она сильнее той, я не знаю, я, честно говоря, даже не верю, что мы справимся. Знаешь, это, знаешь, ну, обычная Годзилла, и... а тут огненная какая-то, то есть, мне кажется, явно огненная, наверное, круче, чем обычная, по-любому. Так, ну так. Где а этот? А чё? Нет, а вы всех обыскали, точно? Нет, не знаю. Так, я пока... Я пока что-то... Ай, ай, не наступайте ни в коем случае на эту зеленую штуку. Ого, нифига тебе, слушайте. Она как-то это, короче, ядовитая какая-то. Серьезно говорю, не наступайте на нее. Так, а здесь что такое у нас? Погоди. Нашел, 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 нашел. Прям возле обрыва, прям военный лежал, прям возле обрыва, где мы втроем стояли. Так, погнали, погнали. Так, 26.08, готово. Есть, заходите. Ура! Так, смотрим. Мне даже интересно, что там вообще. Три вида оружия. Так, смотрите, миниган, потом какое-то ядерное оружие и ракета, короче, какая-то ядерная тоже. Так, раз, два, три, укомплектовываю. Так, все снаряжение тоже сейчас раскладываю у себя потихонечку. Так, так. Слушайте, на этот раз у нас огромное количество именно ядерных каких-то тактических ракет. Так, здесь у нас что? Да так, комплект прием... яблок и три аптечки. Конечно, каждому. Надо ракеты. Так, ядерные. Это сюда. Так, слушайте, эти алмазные яблоки, взяла. Они, мне кажется, точно нас спасут, если что. Смотрите, какие костюмы! Так, сейчас, погоди, еще можно. Слушай, тут просто, я не знаю, это реально какие-то ядерные костюмы. О, тут есть эти штуки, с помощью которых можно прыгать высоко. Вот я и говорю, что джетпак. Надел, все, на себя надел. Так, патрики, кирка одна, лопата одна, комплект гранат. Все, отлично, что не по размеру? Так, слушайте, у меня инструмент, у меня да, только Нубик, лопата, если что. Да, Нубик, что-то тебе костюм как-то действительно не по размеру немного. Так, короче, Нубик, одевай, так, леска. Разница, потому что опасно, ты надевайте, надевайте, на да. Так, я пока яблоко съем. Так, давайте переодевайтесь. Ух ты, сколько у меня теперь здоровья, слушайте. О, Нубик, ты как на голову себе нацепил тот костюм, ты капец, конечно. Слушайте, а как-то странно. Так. А получается, жилета нет, что ли? Надо, джетпак надень на себя, вот этот, которым прыгать надо. Высокие прыжки. Нет, ты не надела. Не надела. Короче, Нубик, погнали пока. Вот мы с Нубиком надели, у нас на спине прям видно эти штуки. Трубки всякие торчат, тому подобное. Так, вот, надо просто подумать немного, как его надеть, короче. Там технология специальная, мы тебе тысячу раз объясняли, короче, уже. Так, все, вот, надела, погнали. Получается. Так, ну что, готовы? Короче, так. Предлагаю сейчас на три части поделиться, в три разных здания залезть. Прям, прям по кругу. Яблоки, давайте по кругу встанем. И с трех позиций начнем, короче, обстреливать эту Годзиллу. Давайте, я здесь. Я, короче, на тот угол пойду, прям далеко-далеко туда. Вы поняли, да? Давайте в треугольник встанем. Все, погнали. Так, подожди, так, ты я влево, с этой стороны. Вправо, да? Так, как хотите, только не упадите. Наступай. Так, я готов. Да короче, как ты наступишь-то? Давайте, вон я вас вижу, капец. Так, как же ты высоко прыгаешь. Стоп, все, не прыгаю. Все, давай еще дальше, Леска, а что ты встал? Треугольника даже никакого нет. Ой, она на меня смотрит, она короче, Нубик, стреляем, давай, пока что Леска там пройдет уже миллион лет, пока она дойдет. Давай, палим с этими ракетами. Смотри, взрывы какие сильные, прям доносятся оттуда. Так, конечно, эта ракета очень долго перезаряжается. Слушай. Как мы долго с этой будем Годзиллой справляться? Помните, как мы в ту Годзиллу очень долго стреляли? Ну, давай ее, пали ее туда. Так, сейчас я перемещусь вперед немножко. Давай. А вы стреляете или нет, Нубик? Ты стреляешь? Сейчас я стреляю, сейчас я к вам. Давай, валите. Она в сторону уходит куда-то, смотрите, вперед. Сейчас туда. Я ее буду откидывать, так. Подождите. Давай, Леска, откидывай тоже к центру нужно как-то откидывать. Да. Тебе. Слушайте, обалдеть, вы представляете, что это необычные ракеты, это ядерные ракеты. Слушайте, а хорошо, что она здесь, в этом карьере, в яме, да? Согласен. Они, видимо, успели что-то там применить и, короче... Они, видимо, минировали, подорвали все это. На тебе, получай. Слушайте, а может она из-под земли? О, Нубик, я думаю, что гранаты тут просто не долетят. Тут ракета, наверное, самая эффективная. А вдруг это неэффективная? Она же огненная, может, ее вообще не берет это оружие? Леска, без понятия, надо пробовать что-то
это делать. Смотри, короче, вот этой штукой буду. Короче, была не была, я пониже спущусь немного. Да ладно, ты чё? Давай, так, чё, надо ее как-то валить, а то чё мы на месте будем стоять все время. Мне кажется, её как будто не берёт. Так, стоп, надо потушить немного. Она очень толстая, панцирь, кожа, я не знаю, что там. Ядерными, слушайте, у неё типа... Ее кого-то вообще реально не пробивает. Слушай, просто она сейчас пытаюсь. Странно, она только я лучом смерть, ядерным да? стреляю. Так, ей вообще все равно. Мне кажется. Так, реально, слушайте, не... смотрите, ее вообще. Она так, стоп, мощнее как... той однозначно. Как попасть я в нее? Скажите мне, пожалуйста. Иди, ты что так близко? Я в самом. Ну а как еще по-другому-то? Давайте, короче, помогайте мне. Во-во-во, пошло дело. Смотрите, я ее в ноги прям стреляю в самый так, низ, поняла, короче, туда. Поняла, сейчас попробуй тоже. На тебе. Давай, Нубик, ядерным лучом. Давайте все ядерным лучом. На тебе. Нубик, ниже надо стрелять. Видишь, куда я стреляю? Хвост ей туда прямо. Так, поняла. На ой, тебе. Получай, слушай, да давай. Какой-то. Ой, Меска, давай попадите. Помоги уже нам наконец-то. Давай, Нубик, вдвоем с тобой справимся, Меска, если что. Я стреляю. Вы ниже, ниже стреляйте, Нубик. Ты видишь, ты промахиваешься. Нубик, чуть-чуть ниже. Все, вот туда, да, вот туда прям вниз надо стрелять ее. Так. Да, на тебе. Вот, все, теперь попадаем, получается, теперь втроем попадаем. Пошло, давайте, давайте, лупить ее, что это такое получается? Вообще? Это невозможно, посмотри. Ее. Так, ей все равно. Что-то с ней происходит, не все равно, посмотри. Происходит, кажется... думаешь? Мы сейчас ее выжгем, Надя. Так, я еще ракетками разбавлю все это удовольствие, ага, короче, для нее. О, пошло, на тебе. Нормально, давайте. Ракеты все, плюс смотри, ядерные все. Лучи. Нет, в смысле, все, вот же она стоит. Нет, она же так, все. На тебе. Даже. Так, я еще ближе немного подойду. Ой, что-то так на близко, тебе. Слушай, ты же можешь под наши попасть огонь. Кажется, ой, слышите, она меня отравить начала. Мне прям реально что-то это прям так, такое. Так, мы ее загнали в угол, она очень, давайте в угол загнали, это точно, согласен. Очень так, злая, просто на тебе. Жесть какая-то. Так, вон она на нас пытается идти, но у нее не получается. Я еще яблочко на всякий случай съем. Так, тут лава еще идет. Так, миниган пошел. Давай же, ты уже добивайся наконец-таки. Так, дайте-ка. Что у вас там происходит? Нубик, ты видишь, ты стреляешь эффективности ноль, надо ниже стрелять, понимаешь? Так, сейчас я стреляю. Все, я стреляю. Давай, Леска. А Леска вообще не стреляет сегодня, что-то. Стреляю, почему? У меня просто так, горит давайте, боюсь, сейчас меня прожгёт. Жесть, пожалуйста, можно ее победить как-нибудь уже наконец-то или нет? Ты видишь, что я попадаю или нет? Леска, наверное, видите, куда я стреляю? Стреляйте ровно в то же место, куда я целюсь. Прям самый. Что ты в меня стреляешь? Что ты делаешь-то? Не понимаю, совсем уже что ли? Капец, Леска, конечно. Ты по линии огня стоишь, конечно, вышел. Какая линия огня? Я на месте стою, ты начинаешь меня палить специально. Так, ее надо... Да кто меня стреляет? Хватит меня да стрелять, пожалуйста, такое? Уже надоели. Ой, в меня мы, попали. У нас один общий враг, а не это, мы втроем тут да друг против друга вообще-то. Да само собой, случайно, хорошо, что бронька да защищает. Да давай же ты наконец-то, слушайте, что ты делать будешь? О, хвост повернулся сюда, давай, аккуратнее. Так, палим. Так, надо гранатки немного достать. Так, сейчас я их туда, прям, сейчас. Прям сейчас меня по голове, хвост тебе... над головой туда, прошелся. Туда ее, давайте прям больше туда закидывайте. Слушайте, а может она непробиваемая? А смотрите, какой-то она дом себе делает, как будто бы она туда уходит вниз куда-то. Посмотри, хвост на так, нас прям. Опа. Ой, на она тебе. Получай. Нет, я прям в лаву упал. Так, она опа. Уходит. Ой, я здесь землю буду стоять. Слушай, она куда-то уходит, она сдается, она походу, уйти реально. Хочет, она уйти хочет. Надо прям близко-близко к ней подойти нельзя максимально. Отпускать, она вернется и раздавит нас тебе. Окончательно. Хвостяру тебе поджигаю, давайте. Так, что ты делать будешь? Короче, надо прям вообще максимально близко, походу. Так, близко. На тебе, получай, Годзилла! Вперед, давайте ее, добивайте. Да добивай, ай, слушай. Не могу, не получается никак, я просто же подойти не могу. Так, опа, на я тебе. Сейчас, давайте, отталкивайте ее, она меня подкидывает куда-то кверху, вообще не понимаю, что слушай, происходит. Она меня в лаву скинула, я так. Тоже в лаве, я тоже в лаве. Надо ничего дойти до вижу. Нее как-то. Все, горит, а, Шеди, я не вижу она тебя. Меня подняла прям туда кверху, я прям подлетел жестко, я не понимаю, что происходит вообще. Так, помогите. Хвост. Надо Шерри, ее вблизи, ты? Надо ее вблизи как-то завалить. Вблизи попытайтесь что-нибудь сделать. Я вблизи. Леска, давай. Да. Так, да что ты, как тебе попасть вообще? Она меня топчет, не почти понимаю. Наступает. Сейчас так, меня раздавит да, она. Что ты, я вообще ничего не вижу уже, я ничего не понимаю, что происходит. Почему Леска? Она не может? Давай, отвлекаю на себя. Так, вперед, почему идем. Почему она не падает, на тебя. Да? Я не понимаю. Нубик, стреляйте, не останавливайтесь только. Так, я стреляю, на тебе, получай. Так, что такое-то? Я не могу прям. Так, я вообще, вылезти, не мне не вылезти, получается воды. До нее дойти. Надо вплотную к ней подойти. Все вместе вплотную подойдите. Так, не стойте на месте только. Подошла. Давайте. Стреляю. Ай. Фух.
пытайтесь ее добить. У нас инструменты специальные, пытайтесь инструментами специальными добить ее. У нас с вами специальные мощные кирки и лопаты, короче. Я понимаю, мы с вами должны ее как-то завалить по-любому. Сейчас будет, сейчас она будет не может быть. Она не может быть бессмертной. Нубик, слышишь, вплотную подойди и начни инструментами лопатить. Слышишь меня или нет? Давайте, 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 вперед. Нубик, за мной. У меня только лопаты, я лопаты пробую. Давай, давай, пробуйте этими лопатами что-то подкопать там как-нибудь. Так, не получается вообще, слышите? Вообще никак не выходит. Так, вперед, вперед, вперед! Что ты делать-то будешь? Давай, по ногам ей бей, давай! Так, стойте, погодите! Сейчас! Так, о, у меня молот же был! Подожди, у меня молот был! Давайте вперед! Да, есть! Все! Наконец-то, это невозможно что просто. Мы тут натворили, капец, сколько следов. Пиздец, вообще, я не знаю. Короче, главное то, что мы ее завалили еле-еле и... Все, короче. Фух, офигеть, конечно, она тут оставила. Ладно, надеюсь, то, что после этого какая-нибудь ледяная годзилла не появится, либо еще не знаю, кто там, кого еще можно придумать вообще. Слушай, даже я надеюсь, представить. Что больше нет других годзилл. Фух, жесть так. Вообще. Так, ладно, я снимаю этот костюм, потому что уже дышать просто невозможно. У меня и весь он и полностью разрядился, растрепался, короче, ничего даже да не осталось. У меня вообще все горело. Фух, друзья, в общем, как-то так у нас сегодня получилось. Мы еле-еле одолели эту огненную годзиллу. Это реально было практически невозможно. И думаю, то, что с обычным оружием, это просто, ну, она напросто бессмертная, реально. В общем, на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.